В республике назвали победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика». По итогам регионального этапа награду вручили Синьяльскому сельскому поселению за хорошую организацию градостроительной политики. В этой же номинации на федеральном этапе отличились Чебоксары. Юнгинское сельское поселение Маргаушского района признали лучшим за решение вопросов по организации экономической политики. В номинации за укрепление межнационального мира первые места заняли города Алатырь и Староатайское поселение Красночитайского района.